И всем привет, с вами Александр Новасов. Сегодня мы играем в Warface. Это какая-то часть 16, наверное, уже. Мы сегодня играем в Warface. И сегодня мы играем за мини профи. А именно мы будем тащить, постараемся. Пытаемся наладить связь.
Держитесь, бойцы! Не дайте им добраться до машины! Пытаемся наладить связь. Буря. Сияем сигнал. Я не тащер, так что для меня это прогресс, ребята, если честно. Ну хотя я так уже делал, похрен, ладно, я еще все попробую. Все равно у меня еще до хера, можно сказать, этой штуки, и поэтому... Ладно. Так. Ну я мастер, что могу сказать.
180 долларов, это все равно очень дофига для меня. Ну как для... Ну я не имею в виду, что вообще дофига, но... Ну средненько, ладно, средненько. Но я думаю, все-таки мы затащим в следующей игре, в следующем раунде. Я все-таки затащу, я думаю, мы все-таки выиграем. Да. Ну пока что на этом все. Все, что я хотел вам показать за 9 минут. За эти 9 минут, хотя 10. Будем дальше сейчас продолжать, так что... Как-то так, в общем. Ребят, всем спасибо за просмотр. С вами Александр Сучков, Александр Новасов. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Новасов. Пишите комментарии под видео. Всем удачи и всем пока.